Привет, друзья! Флорида – это самый цитрусовый штат США. И сегодня мы отправимся вместе с вами на одну из апельсиновых, мандариновых ферм в пригороде Орландо. Посмотрим вместе с вами, как здесь устроен быт, что можно здесь съесть, раздобыть, выпить. Вперед! Естественно, здесь есть крокодилы. Здоровенный флоридский аллигатор. Стрёмное зрелище. В общем, на входе у вас есть два варианта. Вы можете купить все фрукты прямо на кассе, либо вы можете пойти на саму плантацию и собрать своими руками, выбрать все то, что вы хотите. Если вы хотите собирать сами, вам предлагают три варианта упаковки. Вот мы выбрали красный пакет, он стоит $18, сюда можно вместить 5 килограмм апельсин. $25 будет примерно 10 килограмм. И самая минимальная опция – это $9 за 2,5 килограмма. Также на входе вам выдают две лейбы, да, два стикера, которые вы клеите на свою руку, чтобы на входе вас все-таки пропустили. Мы пока решили не клеить, но посмотрим, как пойдет дальше. Поехали, посмотрим, как оно выглядит. И апельсины здесь 5 разных сортов. Вы ходите по конкретным плантациям и собираете тот сорт, тот вид, который вы хотите. Чудо-птица, больше похожая на какую-то мышу с крыльями, сушит свои перья на солнышке. Для детишек здесь есть огромная самодельная детская площадка с различными корабликами, лодками, домиками. Есть даже экскаватор. Вы можете набирать песок и разливать его, рассыпать его по тракам. В общем, весело. Сейчас конец декабря. У нас здесь выросли бананы. Не знаю, съедобные они или нет, но факт того, что они растут, это факт. Кругом, кстати, не только здесь, вообще везде по Флориде развешаны знаки с аккуратно вокруг аллигаторы. Так что будьте бдительны, товарищи. Пришли на первую плантацию, называется Red Navel. Какие-то не очень кислые, еще, видимо, не спелые. Растут на вот таких вот деревьях, ростом, наверное, примерно 2,5 метра дерево, обрезанное хорошо так. Сейчас будем искать вкусные и невкусные. Пока непонятно, как правильно выбрать. Пишите в комментах. Ой, меня чуть паук не съел тут. Блин, ничего себе паучина. Меня чуть не съела какая-то черная вдова здесь. Это вы пока пишите в комментах. Какое стрёмное. Какие вы бы хотели видеть апельсины в кадре? Может, есть советы, как надо было правильно их выбирать? Ребят, так выглядит апельсиновое дерево. Для тех, кто еще никогда не видел, как я, по крайней мере. Для меня это первый раз. Апельсинки растут на таких маленьких кустиках. Очень вкусные и сладкие. Настоящие флоридские апельсины. Сезон у них с октября по январь. Плантация. Люди, которые работают на апельсиновых плантациях, живут прямо здесь.
такие вот небольшие домики, можно сказать, страшненькие. Но, видимо, их все устраивает. Живут в раю. Угу. Трак для местного сафари. В общем, одна поездка стоит $25 с человека. Зацените, какие колеса. Какая подвеска. Крутяк. Это бывший школьный автобус превратили в такое чудо, юдо. Можешь? Давай. Сейчас папа тебя туда подкинет, а ты срывай. Да. Опа. Давай, давай, давай. Двумя ручками. Рви. Двумя ручками рви. Не бойся, папа держит. Рви. Есть. О! Это у нас мандариновые деревья. Мандаринки сейчас еще немножко не дозрели. К концу января будет у них сезон. Самое интересное, что это все органик, не обрабатывается. То есть очень часто можно увидеть на них вот такую вот плесень. Видите? Самые вкусные, конечно, и спелые наверху, потому что их никто не может достать. Мама, это белое. Это белое? А спелое? Это белое. Спелое? Ну, давай, складывай тогда. Молодец. Все. Тут уже мы часа полтора, наверное, здесь нашли апельсины, мандарины и разные виды цитрусовых. Природа никогда не даст пропасть ничему. Поэтому, как только они падают, муравьи начинают свою работу. А вот, собственно говоря, сам результат поисков. Это оранжевая апельсина. Очень сладкая, сочная, крутая. Органи. Уже спелая, да? Спасибо. Ушло у нас 2.5 часа на сбор, поиск самых красивых, сочных, самых оранжевых. И вот результат нашей спецоперации. Тут, я думаю, где-то 5 килограмм. Так что будем теперь есть, лишь бы не попрыщило. И, ребят, пишите, пожалуйста, в комментах, были ли вы на плантациях. Пишите, где были, и, возможно, вы знаете какой-то самый вкусный вид апельсина, мандарина. Пишите, очень интересно почитать, вы у нас очень любознательные. До скорых встреч, пока. Все?